Негласными акциями в США могут стать крупнейшие после биткоина криптовалюты Ethereum и Ripple, заявил бывший партнер Goldman Sachs и правительственный регулятор Гэри Генслер. В свою очередь, глава Ethereum Foundation Айем Ягуши убеждает, что организация не контролирует ни предложение на рынке, ни эмиссию и располагает менее чем 1% всех существующих токенов. Пресс-секретарь Ripple Том Чанник также заявил, что Ripple не попадает под определение акции, поскольку токены XRP не являются долей в компании Ripple или дивидендами. Актив XRP существует за пределами Ripple.